чужие да. песни разных авторов. Это и Виктор Берковский, и Полина Агуреева. Ой, и на стихи Александра Блока, Марины Цветаевой, Николая Заболоцкого. В общем, песни чужие. Но перемежать я их буду своими стихами. Заодно и вы немножко отдохнете от музыки. Состояние перехода. Состояние перехода – это лишь поначалу страшно. Позже станет совсем неважно, будешь ждать своего ухода. Состояние перехода – это если ничто не держит. Впереди странный свет забрежет и вполне готов для похода. Состояние перехода – это детское любопытство. Безнаказанность самоубийства поджидает тебя у входа. Состояние перехода – это знать, что пора прощаться, чтобы долго потом не встречаться до следующего прихода. Состояние перехода – это краткий миг, а не годы. Слишком сильно манит свобода состояние перехода. Отхлестали словами, в каждый слог понатыков иголок. Я прошу, пусть Господь будет с вами, пусть ваш жизненный путь будет долог. Вы абзацем меня изрубили, топор, каждое предложение. Дай вам Бог, чтобы вас так же любили, с уважением и с продолжением. Вы страницей меня раздавили, каждой буквой могильной плитою. Дай вам Бог пребывать в той же силе, защищенным талантом и мною. Просыхает под утро.
носи перстенек, пока виден издалека. И снова здравствуйте.